революции в груди. И с ним в душе так часто воспевали, и сколько чепухи не городи, не потому, что был на пьедестале. Была вражда, какой там пьедестал, и чтоб тогда о нем не говорилось, не просто вожаком восставших стал, а символом борьбы за справедливость. В него поверил пролетариат, и те, что для народа лихотеи, до ныне с дикой яростью чернят его непобедимые идеи. Возликовали здесь и там и сиян, вот он какой все высветили годы. А кто сплотил рабочих и крестьян в борьбе во имя братства и свободы? Фальшивых наскребли враги улик. Он был коварен, но он умел лукавить. А мир при том, при всем признал велик, велик и не прибавить, не убавить. Вся эта мелкотравчатая рать, потомки и наследники гопсека, лишь мертвого осмелились легать, и то спустя уж больше полувека. Добыл у вас пред ним животный страх, не потому и шипенье стало злее. Не допустить известности в веках, не дать покоя даже в мавзолее. Остервенел у Мишкова хромой, зарыть, забыть вот пред того наивность. Тут ненависть к истории родной, к лягушеский наскок на объективность. Сионским миром правит капитал, ему продажные марионетки служат. И те, кто раньше в Ленина стрелял, и те, кто все им созданное рушит, беснуются, сжимая кулаки. Все, что награбили, не отдадим народу, но чувствуют нутром не дураки дыхание 17-го года. И как бы ни пытались погасить мятежный свет российского примера,